сделано со вкусом, причем не только внутри, но и снаружи. Так, с недавних пор в микрорайоне стали отзываться о кулинарии. Здание еще советских времен и раньше пользовалось популярностью. Уже много лет здесь обслуживают жители окрестных кварталов. А теперь его практически полностью перестроили. Кроме того, руководство позаботилось и о благоустройстве территории, решив внести свой вклад в реализацию городской программы «Цветущий город». Если мы реконструкцию сделали здание, то нужно и прилегающую территорию тоже благоустроить. Значит, здесь положили плитку, сделали дорогу, значит, к садику, чтобы детей вели по нормальной дороге. Посадили цветы и сделали парковку. В итоге получился дворик европейского типа. По словам руководства предприятия, после того, как комплекс работ на прилегающей территории был выполнен, и бизнес пошел в гору. К зданию удобно подойти. Рядом есть парковка, а банкетный зал и вовсе перешел в разряд престижных. Теперь к праздничному меню добавился и фактор внешнего комфорта. Быстро, такая красота, и люди довольны, счастливы. Как бы вот у нас же спальный микрорайон. И сейчас как бы это у нас культурный центр. Я вам хочу сказать, эти красивые здания, вокруг здания очень хорошо. А еще, по словам местных жителей, было бы хорошо, если бы такие же работы проводились на каждом подобном предприятии. Денег на это требуется не так много, зато город становится лучше. А потому многие считают важным принять за правило: занимаешь территорию, изволь позаботиться о благоустройстве. Олег Зверев, Максим Гусев, «События».